Эрлин? Эрлин! Эрлин! Ты где? Эрлин! Я здесь, Финн. Кто бы вы ни были, изыдите, не то падет на вас порча. Это еще кто? Это страж леса. Перводоб? Это я, Эрлин. Эрлин, это имя я не слышал уже много лет. Помнишь, как я лазала по твоим ветвям? Помню смех, как звон колокольчиков. Это была ты, малышка. Как много я позабыл. Перводуб, что здесь тряслось? Это сделала моя мать? Она низвергла звезды с неба, и нас всех настиг кошмар. Даже меня. Он умирает, Финн. Умирает! И в этом виновата моя мать! Нужно ее остановить! Так мы и пытаемся! Нет! Пытаться недостаточно! Когда я была маленькой, Перводуб был моим другом. Этот лес. Он был так прекрасен! Ты бы видел блеск звезд! Он незабываем. А она взяла и все это уничтожила! Все! Мы должны спасти лес. Должны. И как? Я нормально, а вот мир нет. О чем говорил Перводуб? Она низвергла звезды с неба. Он говорил про семь странников, звезды силы. Они вроде стражей, направляют магию эльфов, определяют ее форму.
Ты глянь на эти грибы! Я смотрю на небо и не нахожу их. Все странники куда-то пропали. Это плохо? Без странников магия эльфов не имеет формы. Дикая, неуправляемая. Опасная? Очень. Кто это? Сильфида. Они очень робкие существа. Не пугай их. Говоришь? Ну, не надо было их пугать. Thank you.
там свет на дереве. Это один из странников. Освободил его. Он вернулся на небо. Надо найти остальных. Так ведь нам же надо во дворец. Моя мать черпает силу из хаоса. Если исцелим небо... Что, ей будет сложнее меня убить? Ну да, и это тоже. Надо найти остальных. Одни из лучших моих клиентов.